Вертолет Ми-28 оборудован броней, защищающий экипаж от поражения бронебойными пулями всех существующих калибров, осколков боевых частей ракет и осколочно-фугасно-зажигательных снарядов. На вертолете применена непрозрачная композиционная броня, состоящая из керамических и металлических материалов, которые значительно превосходят по защитным свойствам все существующие виды брони. Кроме того, впервые в мировой практике на вертолете Ми-28 применено полностью бронированное остекление. При этом многослойные лобовые бронестекла обеих кабин мало уступают по защитным свойствам непрозрачной брони. Перед вами кабина, предназначенная для испытаний бронезащиты. Первый выстрел. Бронебойной пули калибра 7,62. Повтор этого момента. Пробоины нет, на стекле многочисленные щели. Однако осмотр стекла показывает, что оно может выдержать еще одно попадание. Несмотря на обилие трещин, сохраняется достаточная видимость. Это более мощные средства. Стекло не пробито. Готовится выстрел 3-граммовым высокоскоростным осколком по лобовому стеклу, поврежденному пулей 7,62. Стекло выдало и второе попадание. Вы видите воздействие бронебойной пули калибра 7,62 по боковому стеклу. Стекло не пробито. Видимость достаточная. Второе бронестекло. Пуля калибра 12,7. Пуля стекло выдержала, и видимость сохраняется достаточно. Еще один выстрел по поврежденному стеклу. Пуля 7,62. И на этот раз стекло выдержало. А сейчас повтор этого момента. Боковой бронестекло передней кабины. Два выстрела бронебойной пули калибра 7,62. Стекло не пробито. Видимость достаточная. Готовится 3 выстрела по боковому стеклу высокоскоростными осколками. Первый выстрел. Второй выстрел. Третий выстрел. И на этот раз стекло выдержало. Итак, испытания броневого остекления завершены. Они подтвердили высокие защитные свойства остекления вертолета Ми-28.